Привет! А ты помнишь, как меня зовут? Меня зовут Данила. Мне недавно исполнилось 7 лет. Мы часто с папой ездим на рыбалку. И мы ездили на рыбалку и поймали огромную рыбину. Вот такого размера. Ты представляешь, на речке было очень жарко, нам очень захотелось пить, но лимонад весь был теплый. Папа научил меня делать в такую жару лимонад холодным. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Вот моя теплая бутылка лимонада. Чтобы ее охладить, нам понадобится баночка или просто пластиковая ведерко. Мы поставим нашу бутылку в это ведерко. А теперь насыпем в ведерко соли. Я не буду высыпать весь пакет. Соль нам еще пригодится для продуктов. А потом, когда мы насыпали в ведерко соль, я налью уксус. Чтобы не тратить много уксуса и соли, мы это будем делать в маленьком контейнере. Теперь я буду наливать уксус. Если потрогать баночку, то она уже очень холодная. На ней даже есть капельки воды. Вот так можно охладить в жару любые напитки. Пока в следующий раз я расскажу тебе еще что-нибудь очень интересное. Пока-пока.